Медея. Картина английского художника прерафа и элита Фредерика Сэндиса, созданная в 1868 году. В настоящее время картина находится в собрании Художественного музея и галереи Бирмингема. Художник отправил картину на летнюю выставку Королевской академии художеств 1868 года, но ее не допустили к показу, скорее по политическим причинам и личной зависти, чем из-за художественных качеств самого произведения. Тем не менее, работа попала на выставку на следующий год и получила хвалебный отзыв от издания Times, в статье которого критикуется и предыдущее решение Академии об отказе в допуске. Натурщицей для образа Медеи стала цыганка Киоми Грей. Сэндис познакомился с ней в Норридже, после чего взял с собой в Лондон, где она позировала для многих его произведений. Медея изображена во время занятия колдовством. Критиками отмечается создание зловещего образа героини благодаря цветовой палитре, пепельные губы, холодное освещение и массе деталей, набор для колдовства, жабы, статуи, идола и другое. В 1911 году картина отправилась на международную выставку искусств в Италии, как один из представителей лучших произведений искусства Великобритании.